Дорогие друзья, коллеги, все, кто внимательно следит за ходом кругосветной экспедиции на учебно-парусном судне «Седов», мы приветствуем вас с борта легендарного парусника. Сегодня 7 января 2020 года. В этот день все православные отмечают светлый праздник Рождества Христова. Мы поздравляем вас и от имени экипажа и курсантов желаем мира и добра. Наше плавание продолжается. На 10 часов по московскому времени наши координаты составили 22 градуса 25 минут северной широты и 17 градусов 15 минут западной долготы. За минувшие сутки пройдено 239 морских миль. Ветер сегодня восточный, 9 метров в секунду, волнение всего 2 балла. Весь день ясно, температура около 20 градусов. Настроение отличное. За время стоянки в Лас-Пальмасе мы все, признаться, изрядно соскучились по океану и ветру. Все с нетерпением ждали момента, когда будут подняты косые и поставлены прямые паруса, которые так идут нашему барку. Закрепили по местам перебросовки, пошли! Хорошо. Мы постарались запомнить названия прямых парусов, что были сегодня подняты. Фок, нижний и верхний фор Марселе, нижний фор Брамсель, нижний и верхний грот Марселе первого и второго грота, а также нижний грот Брамселе первого и второго грота. Попробуйте повторить. И быстренько мы поставили самое первое Марселя, нижний и верхний Марсель. Довольно-таки уже начали шевелиться и знают свое дело. Потом попозже уже малыми силами мы поставили и грот. Если посмотреть, видите, у нас уже три паруса стоит. И уже малым коллективом укатали даже косой парус. Так что процесс идет, начинают руку набивать. Барк «Седов» так изящно идет под парусами, скользя по волнам, давая добрые 10 узлов. И это еще не предел. Сегодня было сыграно немало парусных авралов. Ребята славно потрудились и были вознаграждены за труд незабываемыми ощущениями, которые рождаются в душе каждого настоящего романтика на борту судна, несущего паруса мира. Сегодняшний выпуск видеодневника подготовили специально для вас участники кругосветного плавания на учебно-парусном судне «Седов», ведущий Павел Матвеец и оператор Влад Косяк. Спасибо, что были с нами. Ждите добрых новостей и до встречи на борту учебно-парусного судна «Седов».